Всем привет, и наконец-то настал момент испытать наш Кайсер XS в деле, а именно в гряземесе, так что оставайтесь с нами, и вы увидите, как он месит грязь.
как по мне, для такой густой грязи, да, перемешку с глиной, этого размерчика немножко не хватает. И был бы он, наверное, 10 размера, было бы, наверное, лучше. Но, как вы видите, все-таки он с ней справляется. Может быть, где-то с помощью моей, но он проезжает. Ход подвески довольно-таки неплохой, справляется практически со всякими неровностями. Не знаю, мне понравилось. Зацеп, кстати, у резины тоже неплохой. Так как это, можно сказать, первый мой такой краулер, ну не краулер, да, а трофи. Меня она устраивает. Единственное, я бы хотел, наверное, не 14 масштаба все-таки, а 10 масштаба. Так что, возможно, буду думать и, возможно, возьму что-то побольше. Но дальше смотрим. Модель оказалась полностью герметичная, и приемник, и регулятор, и серво, все, в общем, герметично. Проверили в озере, поплавали. Смотрите дальше.